Как создать шапку? Нажимаю на этот карандашок. Карандаш. И нажимаем изменить оформление канала. Здесь выпадает три окошечка. Это наши фотографии. И выпадает галерея. Можно выбрать отсюда. Но мы пойдем дальше. Загрузим фотографию. Нам надо фотография 2560 на 144. Где взять фотографию для фотошопа? Заходим сюда, нажимаем картинки. И здесь пишем 2560, да? Там вроде было 2000. Давайте посмотрим еще раз. Да. 2560 на 144. Вот нам выпали картиночки, которую мы можем взять. Ну давайте возьмем вот эту картинку. Нажимаем на нее. Ждем, когда она загрузится. Вот она наша загрузилась. Нажимаем в полном размере. Здесь нажимаем копировать картинку. Переходим в Photoshop. Здесь нажимаем ОК. Теперь берем это, подводим кверху. Остаток вот. Все. Теперь нажимаем Ctrl V. Вот наша картиночка. Теперь мы можем сюда написать что-нибудь. Как это сделать? И копирую название канала. Нажимаем на эту кнопку. Горизонтальный текст. Здесь мы выбираем, какой нам нужен размер. Ну, давайте возьмем для начала 30. Шрифт. Да, есть шрифт. Только русский, у меня на русском нету. И вставляем. Вставили. Видите, у нас получилось. Вот такое маленькое. Значит, мы что мы будем делать? Просто-напросто мы сюда можем отделку поставить. О, теперь больше получилось. Мы сейчас просто делаем наугад. Где-то давайте середина здесь будет. Ну так вот и оставим, наверное, да? Теперь что мы делаем? Нажимаем, выбираем слои. Два раз кликаем. Делаем обводку. Также черный оставим. Нажимаем ОК. Ну, более-менее. Теперь мы что делаем? Файл. Сохранить. Сохранить как. Нажимаем на рабочий стол. Здесь выбираем вот этот формат. Нажимаем на него. И нажимаем сохранить. Здесь нажимаем ОК и это сворачиваем. Вот наш рисунок. Теперь что мы делаем? Теперь мы открываем папку загрузки и эту переносим в загрузки.
Дальше возвращаемся к себе на YouTube и нажимаем, возвращаемся к себе на YouTube и нажимаем изменить оформление канала. Теперь выбираем с компьютера, выделяем, нажимаем открыть и ждем. Нажимаем кадрировать и нажимаем выбрать. Вот, пожалуйста, у нас получилась шапочка. Ставьте палец вверх, комментируйте, делитесь. В следующем уроке мы создадим оформление фонового изображения канала. На этом все. До свидания. До скорых встреч.